Надо пойти кому-нибудь дать. Это косой. Интересно, что он интересно дает коса? Все, увел у тебя косу, короче. Не-не-не! Я пошел с косой. Вернешь! Не надо, блядь! Ну понятно, что верну. А мы, кстати, можем ее размножить. Это. Не, ну это уже Олег. Это. Теряется весь смысл. Всего происходящего, блядь. Я понимаю, что можно делать сейфлот, блядь. Я даже 5 аметистов, понимаешь, не возвращал. Проебал, так проебал. Нет, с косой как-то хуёво. Это. В первой же Диабле был такой глюк, короче. Берешь, выкидываешь шмотку какую-то. Потом. Ну, короче, нажимаешь подобрать, чувак, короче, только подбегает, и ты хватаешь пузырек с пояса. И вместо пузырька появляется эта вещь, то есть она дублировалась таким образом. Такой был глюк. Можно было вещей, короче, наделать. Так, а по поводу белых, ты говоришь, белые можно собирать, ну, например, какие-нибудь там крутой пояс, вот, какой-нибудь белый. Вот, смотри, что я сделал. Ну, как у меня сундук оформлен. Ну, вот это я накидал, можешь взять себе, попробовать. Вот смотри, получается, как у меня оформлен сундук. У меня на первой странице я собираю камушки, ну, всю лабуду, понял, быстро скидываю. На второй странице у меня я собираю там идеальные камни, идеальные черепа туда-сюда. Вот, хотя их можно дальше перенести. А что у меня происходит с оружием? Руны у меня лежат на 100 уровне. То есть я на них быстро переключаю, shift, next, все, соточка. А оружие у меня уже начинает собираться туда. Вот этот весь хлам я собираю, начинается с... С 200-й страницы. Понял, просто туда его накидываю, а потом буду уже разбираться, что к чему. То есть, ну, плюс-минус, то, что я вижу там, теоретически, с дырками, понял, либо, возможно, дырки сделать. Я просто болванки туда накидываю 25-го уровня. Хорошее применение. Ну, и опять же, вот, допустим... Там, ну, хуй его знает, так же тоже, ну, до бесконечности. Ну, накидал там, что-то может сделать, что-то это. Ну, просто на 200-й странице лепи и все. И еще у сундука есть такое свойство, Олег. Вот видишь, написано общая страница, она у тебя горит красным. Mm-hmm. Если она у тебя горит желтеньким, вот ты клацни на ней. Ну да, разные цвета есть. Она, слушай... Это прикол в том, что ты когда будешь листать, короче, когда горит красным, это у тебя, то есть градация, когда ты листаешь по сотке, понял, индекс, получается, ты листаешь, у тебя, допустим, shift и next, то есть 100, 200, 300, понял, mm-hmm. Но если ты сделаешь, допустим, страницу красной 210-ю, то листаешь шифтом, у тебя будет так. 100, 200, 210. Понял? А, все. Потом круто. 300. Это хорошо. Понял? То есть это тоже удобно. Я почему устанавливал этот плагин? Там вот изменения, там на английском, правда, ну, достаточно понятно написано. У меня, кстати, на паладина есть же этот комплект из Энхарда тебе поддал. Тут щит, то есть меч, нагрудник. Паладин и так заряжен, это он как, он, блядь, он как этот, как бронь, сука, идет. Он такой, я его, правда, я там немного ебался со скиллами, не мог понять, понял, что куда. Но потом я понял, чем я буду пользоваться. И он у меня такой там, мальчик не этот. А, и знаешь, что еще? Собирай вот эти, короче, чармы, блядь. Чармы, как они, талисманы, вот. Талисманы зачем нужны? Короче, в конечном итоге, скорее всего, у нас эти черепа некуда девать. И по списку, получается, ты эти черепа можешь только
короче, переваривать вот эти талисманы, понял? Ну, то есть получать из них лучшие статы, те, которые тебе нужны. А там, ну, скорее всего, либо сопротивление, либо плюс один к статам они должны давать. Понял? Вот такого образа мы должны из них получить. Ну, это тоже, это чисто колядовать. Хотя можешь продавать. Так, они у меня на 90-й странице лежат. Просто сундук надо расформировать так, чтобы уютненько было. А, и в сундуке вот эта команда тоже. Короче, нажимаешь Enter, вот когда находишься в сундуке, у тебя вот тоже наводишь, видишь, на общую страницу, видишь список команд. Вот слэш SP и номер страницы без пробела. То есть ты эту страницу, которую, на которой сейчас находишься, меняешь с той страницей, которую тебе надо. То есть, вот, допустим, вот я как делаю, как я собираю вот эти банки РВС. Я же их не таскаю постоянно, они у меня лежат на 500-й там странице. Хуй знает где. Ну как я их делаю? Я их насобираю на второй странице. Насобираю, понял, всю страницу. И потом СП там 499. Уехали, блядь. Ну, обменял с пустой страницей, понял? Да, понял, все. Так. Блин, ты уже так углубился в этого все. Для меня дикость какая-то. А, еще. А, у меня еще этот есть еще этот. Комплект Сигона, но всего лишь только три шмотки. А их шесть. Слышишь, ты мне скажи, вот эти зеленые вещи, если я одеваю полный комплект, ко мне идет привязка, да, к персонажу? Нет, чего привязка? Ну просто, ну как? Ну как привязка, в смысле, я что-то не пойму. Ну, он привяжется к этому персонажу, и на другого одеть невозможно. Чего? Нет, чего? Можешь одеть, конечно, другого. Я просто помню, Лёша рассказывал, вот, блядь, за эту хуйню, просто... что типа. Ну. Там вы обсуждали еще тогда, и вот что-то, блядь, запомнилось, что. Короче, типа, если там какие-то шмотки одеваешь полный комплект, то типа идет привязка, и ты больше эту шмотку никому не отдашь. Как-то так. Не, ну вот, например, я сейчас одену этот Сигона, одену вот три шмотки. То есть я две одел, мне уже дается дополнительное это. Сейчас. Мне дается атакующий получает урон 20 и 10 здоровья похищается при попадании. Одеваю третью шмотку, еще появляется бонус 50 к уровню атаки и 100 к защите. То есть, ну, каждый раз, короче, ну, каждая новая шмотка из набора добавляет что-то еще. То есть вот чем набор классный. Ну, наборы, они, знаешь, ну, классно, как они вот, ну, как они сделаны. Ты просто, допустим, пробежал игру там на аду уже, все, знаешь, там, начинаешь, например, играть там паладином с нуля. И ты можешь его просто взять, одеть что-то, ну, какую-нибудь шмотку там в набор, и уже будет легче проходить. То есть я думаю, что задумка была в этом. Ну, и плюс еще азарт, как бы. Азартный, ну, есть люди, я там смотрю, этот чувак хвастался, что он собрал все уникальные вещи в этом, типа, в игре, блядь. Что это дорогого стоит, блядь. Ой, что-то я подобрал. Какой-то топор эфирный. Он тебе нужен? Топор эфирный? Эфирный, нет. Эфирные вещи нужны только для наемников, Олег. Получается, их же чинить нельзя. Правильно, то есть если сломался, то сломался. Ну только руной можно, да, орд починить. Вот. А у наемника вещи не ломаются. Я, кстати, вот как я понял за наемника, что дать ему копье, я читал, что делают наемники. Вот вообще, ну, ихняя специфика. Вот мне стало интересно, чем отличается лучница от того, того, того. Оказывается, наемники на нормале имеют одни свойства.
Наемники на кошмаре другие свойства имеют, и на аду другие свойства, понял? Вот, то есть где еще зависит, где нанят наемник. Это то, тоже получается, это же не короля. На каком-то. Так, ну я вроде раскидался. Пошли в этот, в самую первую локацию, сейчас приколюсь. Первая локация, черная, а где это? Телефон. Ну вот стоит. Первая локация, сейчас скажу, куда. В черное болото. Идем, что будем делать? Будем надо тут это что-то делать. Нам надо найти подвал, типа крепость, и там подвал. А, сейчас найдем. Тут, кстати, надо этот по тропинкам ходить. Они ведут там к разным местам. Так, это темный лес уже пошел, нет. Нашел. Вишня на карте. Надо идти в заброшенную башню? Да, 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 вот сюда, вот, пошли. Короче, надо вот эту вот волшебницу говорить. Сам внизу. Нет, ничего нет. Тебе за шарик на головой. Дискошар. Я ее пересмотрел, волшебницу. Вот с этим ковытом я немного перекидал. А, зелье восстановления видел, да, как я подписал? РВС. РВС и маленькая снежиночка. Если он твоего наемника агрит. Какая задача? Найти волшебницу, да, вот этому? Да, нам самый низ надо. Нашел. Второй уровень там чуть ниже. Блин, я сидел, попробовал этим некромантом, вообще невозможно. Так отвык от него вообще. О, нашел третий. Что-то не так кинуло назад. Четвертый. Нихера себе ты, блядь, сука, фраер мощный, блядь.
по-моему, 5 уровней, если я не ошибаюсь. Внизу где-то. Вот до пятого. Пятая, и какая еще получается? Ну, у тебя же эти руны. А, у меня. Ну, Рау у меня еще руна есть, восьмая. Рау, восьмая. Вот, пятая и восьмые можно, получается, здесь как бы доставать. Понял? А сундук что-нибудь открывается, что ли? Ну, этот нет. Можно, кстати, по этажу побегать. Тут ништячки есть. Я не могу. И видишь, с нее падает какая-то шмоточка. Руна. Просто я к чему говорю? Надо запресекать. Вот когда идешь, вот с кого-то что-то падает. Какие-то шмотки и это. Тут на этих товарищей можно второй раз пытаться сходить. Понял. И, кстати, вот с этих вот обычно падают какие-то серые вещи. А серые вещи это обычно звезды. Вот, вот серые вещи. Но мы уже находимся на таком уровне, что нам... Не, ну, в принципе, можно две дырки собирать. Похеру. Я тебе больше скажу, там есть вещи, которые имеют маленькие, понял, требования, но с одной дыркой. То есть, если в такую вещь вставить какой-нибудь самоцвет или руну, блин, то получается, ты на этой вещи себя будешь на новом персонаже очень уютно чувствовать, понимаешь, с такими характеристиками. Ну ладно, куда дальше? Ну пошли дальше сюжет двигать. Мне надо третью локацию пройти Мефисто, я ж там не могу это. Заточение независимо. А, на Мефисто мы его, да? Ну, убили, но я не прыгнул в этот портал. А тот навык надращивания огнем у тебя остался? Ну, да, но я, по-моему, сейчас. Я сейчас посмотрю, что я там пораскидывал. Так, это список заданий. Ну, конечно, эта версия работает гораздо стабильнее 13, она прям в норму приведена. И арбалетные стрелы тоже надо бы исправить, оно раздражает тоже на весь экран. Я только не знаю, как написать. На английском перевести, наверное, это будет. Какой-то большой шлем.
Шлем с тремя дырками. О, это твой шлем с тремя дырками. Вот нужно посмотреть рунное слово. Уровень предмета 55. На 3 это, на из 3 для шлема. Вот, например, короче, бегай, развлекайся. Я сейчас город съебусь, пока ты Мефисто не вызвал. Или вот тут в уголку поставил. Я ж не забил. Так, что нас интересует? Шлем с тремя дырками, да? Завалили, сука, моего. Ну я портал там в уголку. Так, рецепты рунные слова. Нет, не эти. Дайте мне на английском лучше. Так, левел, шлем. Шлем это Хелмс. Хелмс. О, тут... Кстати, из двух слов. Плюс один тут ко всем скиллам, да, то есть две руны всего лишь, Орт и Сол. И плюс один ко всем скиллам, плюс 10 к энергии, 2, 2 маны за убийство, резист, лайтинг, молния 30%, damage reduced by 7, получается, и 2... световому радиусу. И вот есть блять, а чё мне, я ж сказал потихоньку, пожалуйста. О, Хелмс. Так, есть из трёх есть Нет, Сол, Итх. Получается 75% к защите, 30%, 30 дефенс, защита от дальних атак, 10 энергия, 10, ну, плюс 10 к энергии, плюс 10 к живучести по очкам. Это то, что ты, ну, в скиллы, понял, накидываешь. 15% гоэс тумана. Короче, я читаю сейчас Радианс, это называется, блядь. С английским вообще хуёво, блядь. Умные слова. А вот тут есть шлема, я задрачиваюсь, блядь. У тебя руны пул нету? Йо есть, да? А, джах нету. Джах нету. Лем ист йо. Есть руны? В наличии. Сейчас посмотрю. Я просто хотел хотя бы добежать, до, чтобы видеть второй уровень. Ладно. Передумал. О, орд шоу. Ну это на две. Ага, вот. Радианс. Сейчас. Неф, сол, итх. Это наши руны. То есть 4, 12, 6. Так, вот ты можешь... Какая нужна, говоришь? Тху. Неф, сол, ит. Что это даст? Необходимый уровень персонажа 27. Что это даст? Это даст 75% увеличенная защита, 75%, плюс 30% к защите против снарядов, 10% к живучесть, 10% к энергии, плюс 33% к мане.
Урон снижен на 7 очков, магический урон на 3 очка, 15% получаемого урона переходит в ман. Плюс 5 к радиусу света. Ну, как-то не туда и не сюда, честно говоря. Ну, видишь, тут надо вот эти рунные слова полистать, посмотреть. Вот, как ты видишь своего персонажа. Ну, вот рунные слова, получается, весь кайф начинается с 4, понял? Ну, и 5-6 там вообще там зашквар, конечно. Да. Ну, 3 это так, 3 мы уже прошли этот уровень. То есть 3 нас интересовал на... Ну, немножко раньше, понимаешь. Хотя тоже, вот есть 3 уровень, да, а руну требуют 31, ну, 3 слова всего лишь, но руны требуют 31, 25 и 5. А необходимый уровень персонажа 65. Плюс скорости атаки, плюс 20 увеличенный урон. Ну это да, вот тут и написано. Солидная прибавка к одному из самых крутых навыков варвара. Делает это оружие весьма привлекательным для этого класса. Короче, это для рукопашного оружия. Тебе нужно 3 руны. Джах 31, Гул 25 и Их 5. Ну и, естественно, нужна болванка с тремя слотами. Нам при любом раскладе смотреть получается рано, у нас рун нет. Ты захуярил, что ли, Мефисто уже? Да нет, ты ж. Нет, конечно. Там портал поставил в то место, где, ну, как бы, пока складываю все в кучу, не буду раскидывать. Я когда, позавчера, по-моему, или вчера, часов 10 что-то сел, думаю, включил какой-то пиздеж фоном и посидел тут, пораскладывал. Что я могу сделать для тебя? Так, снежинка. О, Пиртл. А, ну да, понятно. Опять. Медитация. Ну что, сейчас если бы его ёбнут, пизда мне, наверное, будет. Кстати, сейчас и проверю, правильно ли я билд собрал, или самонадеянно, скажем так. Ну, я когда раньше в Диабло играл, я так, знаешь, ну, просто бегаешь, это, я как-то там не вникал, там, в руны, слова, там, ну, тем более, что и нета не было. Я тебе больше скажу, много рунных слов добавили именно в эту версию, в 1.14. Так а что это за шар у тебя? Что он дает? Он получается, короче, это энергетический щит, он впитывает урон не через дамаг, ну короче, чтобы не было ваншотов, он часть урона въебашивает в ману, понял? Ну вот Мефисто, по идее, сейчас проверим. Он меня не должен ваншотить, как тогда. Хуяк стрелой попал и ваншот с первой тычки. Не понял, где мой хуй? Так, а где это Мефисто, блядь? Надо сюда забежать. А, еще на уровень ниже, да?
это, наверное, да. Ну, меня, конечно, это разрузило, то есть это и так пианино получается, а еще бутылочки, это вообще жесть, блядь. Ключ есть? Да, чё? Тут не я, чё у меня включание? Сюда еще один, а нихера нету, блядь. Как нихера? Ты уже был там. За тобой тут, блядь, хер шо пособираешь, шо секира за мной, блядь, нахуй. Нашел еще на руну. Руна 11-я и руна 17-я. Нашел здесь, представляешь? Надо, Олег, надо примечать, где находятся руны. Ты быстрее меня это собираешь, понимаешь? Надо понимать, где выпарливать. Ну, видишь как, на пути к боссам и у босса там есть. Хотя, ты знаешь, это опять же, вот почему, наверное, полюбили дьявола. Он, блядь, иногда не падает из таких мест, вообще не ожидаешь. Там с какого-то сундука, из-под камня вываливается, понимаешь? Да. Бывает такое просто шоу-шоу, там бочку пнуло, там какое-то уникальное оружие выпало. Ты, охуеть. Босса варил там несколько раз, ну, я только золото успеваю попадать. Нихерово, трава. А, и в этой версии, обрати внимание, наемники себя ведут умнее, чем в 1.13. Еще одна. Надо в рюкзаке этот носить. Руна до 14 была. 14? О, пошла жара, блядь. Вот где можно уже пофармить. Ну вот я здесь нашел 17 и 14. Смотри, вот этот щит, вот смотри, иди сюда. Я тебе покажу. Вот этот щит идеальный для наемников. Это просто, только для паладина все не работает. Ну короче, смотри, вот в чем прикол, блядь. Ну да, 33 ко всему сопротивлению. То есть он эфирный, понимаешь? Его не наемнику дал, вот если такой попадется, вот что-то все это.
то это прям бомба. Бомба-бимба, блядь. Блядь, ебать они травят. Я опять бана ем на их те отравления, блядь. Надо что-то выпить. Да? Надо противоядие брать. А где? А кто торгует? Наверху в этой в палаточке этот, как он? Алкор. У него есть противоядие. Сколько тебе взять? Приветствую. Тут? Наверное, я не знаю. Банки 4, судя по тому, как они там вытравливают. Сейчас принесу. А все, я понял. Если пойду своего на пёздова купим. Так, а как интересно, тут как-то можно же, да, там вложить, торговаться, вот так получается, то есть я вот так вот вожу, получается, да, окей, и ты делаешь окей, правильно, и все. Короче, блядь, пауки давай. Блин, игра вообще, конечно. Ты понимаешь, что я вот когда вот это дрочился, настраивал, я еще поймал себя на мысли, Олег, то время, ночь-день, понимаешь? Да. Ну, грубо говоря, еще время этот, еще... сезоны ездишь. Ну как, ну зима тут хотя бы еще есть. В шестую локацию попадаешь, в пятую. Я забываю прожимать щит. Я все жду 55 уровень. Повыше. Я тебя вообще не вижу на карте. Ну вот и сейчас. Не, ты наверное в мой зашел портал. Я в твой зашел. А я в снежинку зашел. Ну, сейчас я в снежинку тогда прыгну. О, теперь вижу. Считается. А что ты там нагородил себе? Не, ну просто говорю, что один там, знаешь, давишь, когда приходишь ты, да, все, пошли таять сразу. Какая хуйня. Мне мана уже не нужна в таких количествах. О, вторую нашел. Третий. О, он здесь находится, короче. Не здесь. А, не, здесь. В третьем уровне. Ну шо, надо, короче, продавить этих. Давай сейчас их будем агрить по чуть-чуть. Белый. Yeah!
время пособирать сапоги из шкуры демона. Что такое тут интересно? А, знаешь, что еще удобную вещь нашел? Короче, рядом с единицей тильда, этот, открываешь пояс, я вижу в таком этом, что где у меня сколько банок. А, да, это. Это удобно, блин. Да, вот такая штука. Я тогда не пойду, пошли вверх. Где-то тут еще. Талисманчик выпал. Заперто, говорит. Самое прикольное, слышишь, навожу на сундук, она орёт. Мне нужна мана, понимаешь? Слушай, а сколько у тебя здоровья? Чё ты такой бодрый, блядь? А, ещё по здоровью. Смотри, наводишь на кружок. 400... Наводишь на кружок, это тоже версия 1.14. Наводишь на кружок, чуть ниже кружка, вот здоровье. И клацаешь левую кнопку выше. И у тебя вот эти значения, понял, сохранятся. То есть ты будешь все время видеть, сколько у тебя здоровья. А, так, так, ничего себе. И мана также, да? Да, и мана также. Тоже это изменение в 1.14. Так это Blizzard-ы меняли, получается? А это Blizzard. Я почему в 1.14 и уперся, чтобы ее сделать? Понял, ну что рабочий. Ты видишь, она нормально дает, она вообще FPS не просаживает, блядь. А 1.13 она просаживала FPS, то есть то густо, то нихера, блядь. Ну что-то ей какие-то гайки подкрутили все-таки. Ну шо, дергаем главного педика. Кстати, у него вот там повыше есть еще сундуки. Там видишь, он не тебя бил, он бил, получается, моего наемника. Ну, какое-то время, да. Он на меня.
Что ты понимал, я, ну, наемник сдох, но он у меня сожрал раз, два, три, 9 банок. То есть я его лечил, он его бил, я его лечил. Но при этом мы вливали, он тебя не бил. Угу. Ну как, ну там один раз там повернется, меня отравит, там либо заморозит и все. Ну пошли в четвертую тогда, раз мы здесь. Тут надо подойти. Игра охуенная, охуенная. Я не вижу смысла ремастера. Блять, они бы лучше довели вот это до ума и все. И не надо им вообще было вот той хуйней заниматься, которой они занимались, блядь. Но опять же, за это... И ты знаешь, люди бы заплатили им бы за это деньги, если бы они довели вот это до ума. Разрешение, вот это все. Вот. Ну, чуть-чуть. То есть здесь примарафетить нужно просто, понимаю. Ну, они пошли своим путем, блядь. Ну, а с другой стороны, все правильно. Они хотят рынок консолей завоевать. То есть консольщики, что не играли в Diablo 2, это бешеные бабки. Он может идти сразу вниз, ковыряет тут всех. Ну, она, знаешь, она вот сейчас вот... Ну как, когда вот эти появились инди-проекты, она вот какой-то такой хороший инди-проект, знаешь, такой крутой. Ну, сейчас выглядит так. В то время это была революция, а сейчас вот такой хороший инди-проект. Чел морозит, блин, вообще эти стоят, слушай, даже не двигаются. Подходишь, месишь. Реорганизация. Конечно, мне бы такую бы посох на 4 сделать, а наемника хуево знает. Да, освободим. Хотя... Поставь портальчик. Крутая локация тогда. Мне еще очень нравится. Вот 5 локаций, да, их немного, но они все кардинально разные. Yeah.
забежал на золотую вещь. Я перегружу. Да я физически, я уже смирился, Олег, собирай. Не, ну так, если что-то ж попадается, я же это, я не сижу ж получше. Чисто физически. Я смотрю, такой разгон, дык-дык-дык-дык-дык-дык, хоп, обратно пошел. Это надо тренироваться с телепортом, понимаешь, чтобы у тебя из-под носа уводить. Хотя я же говорил, да, Battle.net, да, он тогда играл в этот спот. Mm-hmm. Приходит хуя, валил Диабло, блядь, один амазонкой, валил его, блядь. Приходит хуй, блядь. Забрал с него самое сладкое. Пишет на английском. Да, говорит, ты один завалил. Говорю, да, блядь. Вот, ну, давай, блядь. До свидания, понимаю, это пиздец. Надо какой-то меч все-таки делать, какой-то жесткий, потому что у меня в одной руке урон 400 на 1000, а другой 200 на 400. А ну кинь меч, который тебе не хватает, я посмотрю просто. Ну у него уже он стоит, блядь, черти что. Так, ну это из него можно достать только путем этого руны Хелл, и так можно эти камни разбить. Так, у тебя он получается опустошительный военный меч. На, забирай. Сейчас я тебе скажу рецепт, как его можно улучшить. Технического бомба. Модификация предмета. Нормальное уникальное оружие. Нет. Нормальный уникальный. Нам нужен редкий. Ага, вот. Исключительно редкое оружие. Исключительно уникальное. Исключительно редкое. Знаешь, что попробую? Попробую засунуть в куб этот меч и с ним положить одну руну Орд, одну Ам и один совершенный сапфир. Сейчас, секунду. Так. Этот меч и... Сейчас я скажу. Руна. Орд, Ам и совершенный сапфир. Орд. Амна, это, по-моему, 11-я. Ну, короче, после 10-го. И один совершенный сапфир. То есть, ну, идеальный камень. А прикольно, знаешь, что еще здесь? Когда ты вставляешь в первый слот что-то, то он потом подсвечивает этот закладку. Название. Понял, о чем я говорю? Ну, например, я для каждой страницы выделил, например, допустим, все сапфиры. То есть, все идеальные сапфиры на одной странице. Кинул, и так называется, ну, и название страницы поменялось на идеальный сапфир. А как ты потом ищешь эту страницу? Да никак, я просто знаю, что на 10-е она там есть. А, на название пишет, да, что да, это идеально. Да, пишет, что идеально сапфир. Получилось, что-то апает он этой хуйней. Так, блин, у меня ж тут... Понимаешь, у меня ж тут, блин, пиздец. У меня ж там куча шмоток, блин, там в сундуке.
Кинь мне меч, я, наверное, быстрее это сделаю. О, нашел это, 252 этот, защиты. Доспех. Не знаю даже, куда его сейчас. Да я сейчас делаю, эту секунду. То есть просто повыкидываю. Так, сделал. И что произошло? Ну, он принял рецепт. Да, принял. Ну, теперь посмотри на показатели оружия. Блин, вроде как больше стало. Вроде или стало? А ну, кинь мне, я посмотрю. Блин, я не заполнил. Вася. Бля, нахер ты мне два? Вот это ты мне, да, кидаешь? Не, ну там золотое. А, все, вижу. 26-36. Ну ты можешь, кстати, такое же и с вот этим попробовать. А зачем двору? Двуручный не нужен, бля. Да нет, это просто лежал, я все решил повыкидывал. Древний меч. 26-65. Но он догнал по показателям это. Да, вряд ли. Сейчас одену, посмотрим. А второй покажи, на. Второй у меня такой. А, ну с этим ты, наверное, не ты, требуемый уровень 39. Хотя можно уникальные тоже улучшать. Не, ну ты сравнил хуй с пальцем, блядь. Так, сейчас с собой доспех возьму один. Я как привет. Принаряжусь. Так, камень Мефисто еще один. Как принаряжусь. У меня там доспех, блин, на 1200 защиты лежит. Представляешь? Доспех. 1200 защиты. Нет, доспех для наемника нужен. Хороший такой. Хороший? Это сколько тебе надо? У меня есть, смотри, я могу. Я тебе скину. Сейчас я это. Сколько там у меня защиты у твоего? У меня просто есть этот легендарный доспех. Тут много этих. Как ты называешь? Резисты. 10 тут ко всем сопротивлениям. И пошло все по 5% еще свет. То есть, короче, тут доспех крутой. Я не знаю, может тебе его носить? А какой у тебя защита вообще? Сейчас я разберусь, тут пачка его бьет. Ну, доспех этот надо надеть. У меня просто сейчас осталось чуть-чуть буквально докачать. Где этот? На снежинке? Давай. Но я не буду там ничего забирать. Это так, у меня получается на нем сейчас 355 доспех. И резистов уй, нема. Ну у меня, короче, вот такое я могу отдать, смотри. Так, 94, но по 5 резистов. И плюс еще 10 там есть. 10 ко всем сопротивлениям. 15, да? Давай я сейчас на него накину, посмотрю, как он себя ведет. Будет ли он жить? Да мне не важно, что он штрикает, мне важно, насколько он круто выживает.
понимаешь? Чтобы он жив, да, главное? Да, главное, чтобы он жив. То есть он... Он моя бочка, понимаешь, синяя. Ну все, встал этот момент. Вот такой я теперь буду, черный. Как в Бэтмен, блядь. Охуеть, они тут иммунные, да, уже к яду я смотрю. Я найду этому. Так, взрыв трупа у меня еще есть. Труп превращается в бомбу. Так, как мне это... Ну, в скиллах у тебя должно появиться. Ну, смотри, смотри. Смотри, что делает. То есть он еще урон наносит, короче, эти взрывы. Ну, кстати, дамаг нужен серьезно. Окей. Ну, если тает, он тогда ничего не наносится. Так, ну что, теперь у меня защита общая 2200. Круто. Она бессмысленно кидает. Я так понимаю, ты мороз взял, то есть мне можно не морозить, ты сам подмораживаешь, да? У него тоже есть аура вот для тебя можно создать там или фанатизм, ну короче от этого, понял? То есть будет, у вас будет как складываться дамаг. И твой в его, и волф твой. Mm-hmm. Я не совсем понимаю, как она работает, но надо там посмотреть на этот слова. А, вот это, короче, уйня типа съедает трупы, понял? Какая хуйня? А вот это что бегает, написано съедает трупы. Вот это, что ты сейчас бьешь. Этот навык взрыв трупа, он родной некромант.
прикольно. Баночки валяются, никому не нужны. Насчет баночки не нужны, я погорячился. Демона какого-то появилось задание. Поясни.
естественно, ману хавает. Не, надо тактически отступать. Я побежал в наемника воскрешать. Подожди, сейчас обратно пойдем. Вот куда бабки деваются, блядь. Так, воскрешает этот Тираэль. 50 тысяч максимальная цена воскрешения, я когда за наемника считал. Ну, пока 21. Еще банок взять, починиться. Так, ну я вроде заряжен. Пойдем. Телепорт. Блядь, опять убили, ну ёбан в рот, блядь. Чё он такой, сука, этот, блядь? Так, нашел пику с тремя звездами. Мало? У вас недостаточно золота, началось, блядь. Так, сюда. Могу отсыпать. Забрать золото с других раз есть. А сколько у тебя было? Да не знаю, даже 10. Да, примерно столько. Кстати, ты знаешь, да, как в общем все тут положить? Как положить это все? Не, не знаю. Короче, на сундуке есть фишечка. Когда ты наложишь кластер на своем инвентаре, ложи. Ты ложишь в свой сундук, своего персонажа. А есть на сундуке добавить золото и забрать золото. Это общее золото. То есть он все закидывает в общее, но также все и забирает из общего. Понял? Добавить, забрать. То есть между персонажами. Даже понял, золото гуляет. Ангелы заслуживают свободы. Подойди к Тириэлю, тебе даст один номер. А ты забил, да, того, того пассажира? Так, боевые приказы. Максимальное здоровье. Короче, я так понимаю, мне сейчас надо качать. Я хуй его знает. Я у волшебницы уже, блядь, 10-й раз перекладываю навыки, блядь. Да просто вот атаки, я не знаю, смысл какой в них вкачиваться, варвара. Тут есть один хороший навык, я им пользуюсь, все. Есть, допустим, естественные сопротивления, можно вкачивать просто из навыка, короче, сопротивление там от яда и от элементарного урона. А есть именно боевые кличи. Я так думаю, что нужно прокачать хотя бы до 10 кличей, которые, ну, на толпу работают, то есть на все. Например, есть боевой приказ. Тут, короче, повышение максимального запаса здоровья, маны и выносливости. Вам и вашей группе. Короче, на процентов 44%. Повышение маны, повышение здоровья и выносливости. Вот и вон докачать, наверное. Буду его качать. Боевой приказ. Постой немного.
Потому что так для одного, знаешь, а так для всех вообще жесть. Так, а куда нам дальше идти? В твой портал, да? Не, не твой, блядь. А, хотя, рядом тут все. Дальше идем, ищем. Я не помню, тут на каком-то, на какой-то локации будет спуск в лад и все. Там все. А разбить камень? Ну, как раз в аду. Маска с тремя камнями, неплохо, кстати. Она еще дает к воинственным кличам, к сопротивлению и к боевым приказам. Вар. А ну я гляну. Приколись. И еще с тремя дырками. Ну да, вот, вот за такие вещи я тебе говорил, понимаешь? Вот это вот тема вот рабочая. То есть, вот туда уже можно запихнуть. Вот, смотри, оно и так дает. Плюс ты запихиваешь рунное слово, понимаешь? И все, и начинает это все, все, ну, работать по-человечески. Знаешь, я заметил, когда ну, в этой версии добавились рунные слова, и добавили, кстати, много вещей, которые с дырками. Раньше была такая редкость, знаешь, что одна вещь там выходит. Короче, я теперь лечу не себя, не себя, а наемника, блядь. Те же яйца, только в кровь. Ну да. Ну да.
К реке пламени. Отступать. Такие мечи красивые, двуручные вот эти вот. Ну, блин. Так, ты говорил, что с обычного белого какого-то крутого оружия можно сделать эти гнезда, да? Ну да, то есть там... Ну, там геморрой, да, это все делать? Ну, то есть, там как? Ты берешь белое оружие, кидаешь рал, ам... и какой-то камень, в зависимости оружия, броня и это. И получаешь, то есть, либо нужное количество слотов, либо нахуй ненужное. И все. То есть, если ты получаешь не то количество слотов, которое тебе надо, в принципе, все, болванка не рабочая, да, ты уже ничего с ней не сделаешь. Ты там увидел талисман, какой выбросил? Боевым искусством только ассасина. О, вот это хорошая выпала тема. На, кстати. Невозможно. Три звезды. Это болваночка. Может, под что-то подойдет. Потренироваться со словами. Ну, у нас рун нету, руны надо набивать. Скорее всего, на кошмар надо заходить и на кошмары. Хотя на кошмар заходить, а мы здесь, блядь, я видно. Не, так мы сейчас на кошмаре, это надо заходить уже. Пизды дают, блядь. Ну что, пошли к реке. Дискошар, включи его, погнали, туц. Нет, вы жуки, блять. Нам надо это, нам надо вниз идти. Вниз налево. Там туда ходит. Может, я дьявол больше. Тут, по идее, на аду будет то, что ты никогда не видел. Убербосс, это и Бладера, это чисто из сети, это то, что добавляет плагин. Что такое убербосс, я не знаю. Я думаю, блин, что за молния появляется свет? А у меня здесь есть этот... 6% вероятность сотворить заклинание «Железная дева». Видимо, это молния.
у меня тоже навык есть, он молнию сверху одну подкидывает. Да, да, да. Раскачаться, если ты говоришь, что будут иммуны, да, на аду, я пытаюсь все три ауты, чтобы на все случаи жизни, понял, разогнаться, блядь. Будет это работать, не будет, понял, с ним можно сбрасывать. Нихера себе, это у тебя шаман, да, да, кидается ли? А, ну да, он тебе достойный. Я, кстати, его тоже взял в лед для ассасина. Это помогает. Ну, вообще, это имба немножко. Перегружен. Скорее всего туда, в кузню. Наверх надо. Так, мне в любом случае сгонять. Домой сгонять надо. Блять. С первого раза не понял. Чего тебе нужно?
Колечко, 11 ко всем сопротивлениям. Ну, это не херово. Амулет. Время заморозки вдвое меньше. Говно. Амулет он один всего лишь, туда сопротивление любое будет гораздо полезнее, чем время заморозки. Хотя для тебя, почему бы и нет, да? Что тебе нужно? Что задание нашел? Нашел этот? А ты в другую сторону, что ли, пошел? Не, я пошел в город сходил. Ты нашел кузню? Thank you.
хера себе крепкий. О, молот извини. Так. Не понял, а ты только молот взял, а как я разбивать камень? Он один разбивается. Ну, а ты положил свой камень. Я сейчас молот ставлю. А убей. Я не могу. Как можно вот так? Невозможно. Тут здесь куча камней попадали. Я не могу нести. Давай, время истекает. Сейчас подбегу. Соблазн, блядь. Я же не могу устоять в стороне. Чешуйчатый доспех. Нельзя починить две дырки. Алло. Так. Идем к главному. Сюда, ну. Мне надо подожди, я калеку убил. Слушай, ну я так быстро все бабули-то про это, про люблю. Для себя нашел тактику. Подожди, у меня камень остался. Мефисто. Это, видимо, можно... На! Я понял, в чем прикол. Короче, Мефисто убиваешь много раз, камень много раз у тебя появляется. Ты можешь его ходить, каждый раз это разбивать и... И колотить, да? О, слушай, так это круто. Фармить камень, наверное, так. Потому что мне Мефисто камень остался. О, видишь, еще одну камень. Прикольный этот навык взрыв трупа, да, с чем? Начинаем просто взрывать. И это немножко наоборот получается. Тоже умирают, и получается еще один труп, короче. Понял, так по цепочке. А ну кольца уже пошли такие. Сопротивление вроде хорошее. Но требует уровня бешеного для персонажа. Yeah.
А ну, портальчик. Есть. Слушай, меня этот разорит так вот. Со своими хотелками. Это больше хлама собирать, блядь. Мотаться, торговать. Надо еще заприметить, какой хлам подороже. А что ты там внизу? Нам же наверх, да, надо или вниз? Да идем, да я просто. Ну, значит, это чувак, и тут. Заходи, герой, коль не сышь. Костяной щит на две дырки. Обалдеть, как ты руну пропустил, я в ума не приложу. Это какой-то нонсенс. Так, там рядом, да, где-то снежинка. Ну, уже 22 тысячи стоит. У вас недостаточно золота.
есть мобы, которые на заморозку не реагируют. Пхнуть, что поезд, блядь. Не, ну наемник мой там живет. Ну потихоньку агрить всех, потому что они тут очень больно. Молния, это пиздец. А куда оно стреляет, блядь? Куда мы не заедем до стенки? Попасть ему. Кстати, плохо, но там может и остаться, а пока ты всех мобов не убьешь, дьявол убивает. Не хочет идти, сука. Все, готово. Больше никого не надо. Только так, по чуть-чуть вот сагрили назад. Потому что они вот тут резко разрезают. Уже проходили, уже знаем. Сейчас всех это. О, за говна набрался, блядь. Кругами их водишь, блядь.
чате пока не трогаем. Там снизу бегут, вот, 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 есть. Смотри, а, хотя не надо печать трава, мы же сможем все такую жопу сделать, что потом мы просто не затащим. Они в центре мобы появляются. Давай пока не будем туда бежать. А, да, да, давай бежим в центр. Сейчас там толпа какая-то будет 100% в центре. Не, нихуя. Запасы восполнить. Нет. Баночек нет. Да, у меня наемник сдох. Ебана в рот. Ну как он заебал, блядь. Конечно. Не успеваю хлама носить, блядь. Да, наемники они такие.
приветствую. Вроде как, знаешь, придрачиваешься к наемнику, он там, допустим, себя чувствует плохо, сразу в сторону убегаешь. Ну, бывает, не успеваешь убежать. Привет. Ремонт мой стоит сейчас 58 тысяч. Кстати, по поводу ремонта, там можно ремонтировать с помощью одной всего лишь руны. По-моему, руна Ор. Ну я там просто это, я и метательных там навыкидывал. Еще ж эти заряды в этом. Короче, надо все таскать. С бабками здесь проблема. Я уже до меня начала доходить, почему ты собираешь. Ну тут тоже, тут прорва, блядь, ты понимаешь? Ну, то есть, смерть берет обычно какой-то процент. То есть, много денег. Умер, смерть как берет там много денег сразу. Понимаешь? То есть, как в реальной жизни. Чем больше зарабатываешь, тем больше с тебя налогов снимают. Не, в Украине это по-другому работает. Как у меня Танюха на заводе, что-то ей там зарплату там повысили, она приходит начальнику и показывает, ты что, говорит, дурак, блядь, у меня сейчас до 3000 там у меня, допустим, долг там 500 гривен, а свыше 3000 там получается там 800 гривен, ну, к примеру, там налога. И получается, что он добавил ей зарплату, а она в итоге еще меньше получит, чем у нее было с той зарплатой, блядь. Ну я ж тебе говорю, в Украине эта тема не работает. Так, ты уже туда забежал? В Пиртл? Ну тут потихонечку, да. Потихонечку, ну пойдем. Ну ты мощнее давишь, конечно, чем я. Мне кажется, это все добавляется. Хорошо, мобов мы всех развалили, теперь надо по одному... Давай, я дергаю. Да, давай, дергай. Чуть это в центре должны появиться. О, я уже их слышу. Блять, один удар маны нет, нихера. Вот это я понимаю. Красавцы. Так, надо их, знаешь, что? Надо их на трупы вести. Ой, блять, как много. Какого хера нету этих зарядов? Ну, пошли тактические решения, блядь. Ну, как же?
иммунитет к огню и стыкнул. Ману возьму, потому что у меня что-то вообще просело. Так, эта печать готова. Внизу две и наверху еще одна. Дергает. Холостой. Давай эту. Сзади. Блин, быстрые. Произошло. Короче, я своего не буду воскрешать, блин, это просто пустая трата денег. В данном этапе. Где мы тут кишки остались? Блин, еще раз валят, вот сука. Ребята, так нечестно, я буду. Еще 10 тысяч. Забрал. Так, оно привалило. Бежим, бежим, бежим. Пиздец, они моего наемника гоняют, блядь. Так, блин, нет, так же. Прям интересно стало вообще. Они там, кстати, в жопе остались. Вон двойка за мной бегает. Понял. Наемник ничего, лянь, он их вытанковывает, ёп. Ну что, ему еще доспех дали круто. Так, а где пятка? Ань, подожди, пятка. Кто тут без пятой, заебись. Так, это мы три открыли. Две я знаю, где он тут. Ну, а там одна открытая. Мы сейчас открываем последнюю, появляется дьявол. Так что... Are you ready? Ну, мне на дьявола все равно. Я отскочу, отпрыгну. Блядь, это еще кто? Хоть не появился еще, вроде нет. Наверное, появится домовых сюда. Все, все потемнело, видимо, пришел. Угу. Даже смерть не спасет тебя. Ух ты, я себе у него. Блютус колонка, блядь. Все трясется.
Давай, рогат, иди сюда. О, в этой версии какой-то зеленый. Он заморозил меня нахрен. Так, знаешь, я расскажу что-то попить, вот это горле пересохло. Надо походу взять тяжелую артиллерию. Нет, конечно есть. Жди, а вот. А, он еще этот клетку поставил на портал. Хрен свалишь. Сейчас я приветствую. Только не в городе. В бой прыгай, я в твой. Ой. Сейчас надо вывести. Так, я в город сейчас. Мне надо немного. Короче, с банками в порядок навести. Вообще не проседает. Ну, можешь шмалять этим огнем в вечность. Так, короче, бутылки маны в жопу, мне вообще ничего. Постой, ману тебе дают, мой наем. Ну, бывают мобы какие-нибудь, знаешь, которые вообще полностью ману забирают. Приходится хлебать. Чего тебе нужно? Так, ну зарядился, баночка. Ну идем. Так, аркон, в
Варкон в тойнере. Надо на... надрочить всех. Где он есть? Вон внизу. Палочку одну успел взять. И копье метательное. Вечные страдания будут еще слишком суровым наказанием. Ничего не выпало. Короче, на кошмар надо переходить. Да мы и так на кошмаре. Ну, я имею в виду ват. Не, ну так сказать, что не, ну сложно, ну не так, чтобы я прям знаю. Ух, бля. То есть если я выхожу в эту хуйню, то я ухожу на другую уровень, да, получается? Ну да, на пятый. Давай тут сейчас побегаем чуть-чуть. Там просто расположение этих, ну, неудобно немножко. Так, ну это какое... Интересно, что по урону вот эти штуки. Это не получше. Военным кличем. Тебе нужно? С 61 уровня предмет это октопад. Но я думаю, если его поубивать, то с него может и уники посыпятся. Ну, может быть. Бля, баночек набрал какой-то. Дурень Махорки. Вот и пятая вакансия уже. Что тебе нужно? А, так мы еще, блядь, мы же еще балла не завалили. Какой ад, ебаный, блядь. Ну, я уже это, губы раскатал, блядь. Ну, не всегда поздно их обратно. И все. 5 скорости атаки. Я удивлен, что это место совершенно... Привет! Это пятая тоже, в принципе, интересная такая. У меня к молниям всего 2%, блядь. Ищу иммунитет. Твоя долгая... Квелк, добрый день!
меня сейчас уже Натаха будет через минут 10 выходить. Пришло время очистить мою... Ты сразу, да, побежал там слюту раздавать? Ну а чё, конечно. Ну, можно не слёту, можно оставить на потом. Сейчас. Да не, давай тут, хули, 10 минут просто побегаем. Что на юг все-таки гуляет. Я думал, будет дух. Волшебница, у меня сейчас дух получается, короче, все через задницу. То есть мана я лечу себя, хилками я лечу этого своего кента, понял? Нашел руну. Я перегружен. Thank you.
Я перегружен. Че повы кидал, я бегаю, собираю, блядь. А ты, кстати, знал, что можно силу, ловкость и живучесть минусовать обратно? Да, 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 да. Только сейчас увидел. В этом же вся и фишка, понимаешь? А не вот этот. А это нажал и обратно. Так, 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 так. Этих, наверное, откажутся. А? От огненных откажутся, наверное. Хотя иногда выручают. Короче, смотри. Так.
Нихера себе, как эти, как метрополитен прокладывает, ёпта. Что такое-то бар? Нахуй, блядь. А, без тебя больно. Смерч проносится такой, знаешь, там еще в этом смерче там топоры с рогами. Вот зона чистится, блядь. Ну, давай его, давай. Даже не успел посмотреть, что упало, а из огня забрал, блядь. Да там ничего не было. Оленя рога и... Мертель Дефор какой-то. Там надо это, на телепорт наступить, чтобы потом сюда не бежать. Человеку. Еще раз пробежимся, еще раз босса убьем. Ну мы можем потом здесь выйти, спуститься вниз, ему дать на орехи.